Мир как столица мировой моды. Исторический замковый комплекс удивил фэшн-проектом. Здесь презентовали коллекцию французского модного дома Дени Дюрана. Он уже был в Беларуси, одевал актрис на листопаде. Особый статус модной выставки придала и специальная гостья – принцесса де Бурбон Пармская. Подробности в репортаже Натальи Бордиловской. Не Минск и не Несвеж. Мирский замок не случайно выбран для презентации коллекции. Дело в том, что стиль месье Дюрана – это легкость, романтичность, невесомость. И все эти качества очень выигрышно смотрятся на фоне строгой архитектуры и суровой архаичности Мирского замка. Тем более, что саму мадам Таню де Бурбон с миром связывают родственные радивиловские связи. Наследница древней королевской династии, ее прапращуры Генрих IV, Людовик XIV и кузина практически всех европейских королей, принцесса де Бурбон Пармская в стенах замка своих далеких предков в новом платье от Дюрана. Красное с золотом выбраны главенствующие цвета герба бурбонов, они же в гербе радивиллов и гармонируют с кумачом самого замкового здания. Кстати, белорусская линия гостей от давнего союза радивиллов с королями Дании и Греции. А вот нехарактерное для Европы имя Таня имеет русские корни. В родословной ветке есть связь с Николаем II, и мои родители в память о нем выбрали это русское имя. Конечно, это было несколько экзотично и интересно звучит по-французски, но я очень им довольна. Таня – та принцесса, которая живет в активном темпе современной женщины. Она возглавляет ассоциацию по продвижению искусства в мир бизнеса и работает в сфере фэшн, является послом модного дома «Дюран» в разных странах. Стиль ее повседневного костюма признается простой и удобный. Что до торжеств, то эксклюзивные наряды ручной работы для мадам разрабатывает сам кутюрье Дюран. Маэстро признан как автор коллекции для красных ковровых дорожек, Кан и Венеции, для карнавалов. Его платье изобилует утонченной роскошью. Шелк, гипюр, бархат, много бисера, кристаллов, стразов, облегающие силуэты, глубокие декольте. Безусловно, все эти платья звездные и элитные. Они задуманы для презентации мирового бомонда на международных фестивалях. Но на самом деле я хочу дать универсальный совет для всех женщин. Всегда и везде хорошо выручит черное маленькое платье. В сочетании с аксессуарами оно по-прежнему подходит и для повседневной жизни, и для вечера, и для коктейля. На выставке в мире 15 платьев от Дюрана. Ручная работа, стоимость от 2000 евро, свадебные от 5. К слову, одно из нарядов для венчания – совместный белорусско-французский продукт. Французский модный дом сотрудничает с производителями особой белорусской ткани. Ткань соткана в традиционной белорусской технике ручного ткачества на деревянном станке. Она соткана из белорусского хлопка в сочетании с итальянским нежнейшим шелком. Выставку «Мир кутюр в мире» также дополнила коллекция белорусских ювелирных изделий и аксессуаров. Деловые и творческие контакты месье Дюрана и мадам де Бурбон с Беларусью закладывают определенный ренессанс во взаимоотношениях между нашими странами. Наталья Бордиловская, Андрей Городобоев, агентство теленовостей.